Устроить переполох с захватом самолета, чтобы увильнуть от свидания, купить жениха для дочери за полмиллиарда долларов и приготовить лимонад из простой воды. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Google научит британских школьников приемам безопасности в интернете. В рамках программы Internet Citizen детей в возрасте от 13 до 18 лет обучат, как правильно вести себя в сети, бороться с фейковыми новостями и риторикой ненависти. Девиз курсов – не навреди ни себе, ни другим пользователям. Образовательная инициатива осуществляется под руководством YouTube и британских благотворительных организаций. Захват самолета ради отмены свидания. В Индии мужчина отправил письмо в полицию о якобы запланированном захвате самолета. И все это для того, чтобы увильнуть от свидания с подругой по интернет-переписке. На рандеву, о котором мечтала девушка, у мужчины не хватало средств. А сказать об этом напрямую не позволяла гордость. Когда его задержали, то выяснилось, что жиголо неудачник, женат и у него есть ребенок. Невеста за 500 миллионов долларов. Китайский бизнесмен Сэн Сил Чао готов выложить круглую сумму тому, кто возьмет в жены его дочь. Джи-Джи 37 лет, и она совершенно не желает связывать себя узами брака. Все дело в том, что она лесбиянка и живет с подругой. Но отец до сих пор верит, что найдется избранник мужского пола, который завоюет сердце его дочери. Впрочем, шикарное приданное будущему жениху миллиардер Сэн Сил Чао предлагает не впервые. Если негде помыться, можно сделать это в быстрой автомойке. Двое австралийцев ради забавы показали, как это выглядит. Для эксперимента они сели в кабриолет и заехали на бесконтактную мойку. Молодые люди надели на себя плавки и маски для подводного плавания. Брызги воды, моющее средство, щетки-валики, струя ледяной воды и сушка. Австралийцы стойко выдержали испытания. За сутки их видео посмотрели около миллиона пользователей. Как из простой воды сделать лимонад? Ученые в Сингапуре получают напиток не по рецепту, а при помощи датчиков и электродов. Сначала они опускают аппаратуру в стакан с настоящим лимонадом, а потом в стакан с водой. Датчик запоминает состав и передает его воде. Это позволяет имитировать вкус сладкого напитка. Он имеет тот же аромат и цвет. Ученые, которые работают над проектом, обещают, благодаря их исследованиям скоро можно будет обмениваться ароматами через интернет. Чего не сделаешь ради кумира? Фанат Райана Рейнольдса сделал тату с именем популярного актера у себя на ягодице. Еще в прошлом месяце школьник Дастин написал Рейнольдсу в Твиттере: «Если ты лайкнешь мое сообщение, я сделаю наколку с твоим именем». Звезда Голливуда, недолго думая, лайкнул запись. И теперь фанат прислал ему фото с наколкой и подписью: «Ваше желание для меня закон». Увидев такое, Рейнольдс не смог сдержать эмоций и написал в ответ: «О боже, что же ты наделал?»